честь мундира запятнана. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения следственного отдела номер 1 УМВД России по городу Иваново. По части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения». Выяснилось, что офицер полиции предлагала освободить, или, проще говоря, отмазать от уголовной ответственности человека за 250 тысяч рублей. Однако для последнего перспектива наказать женщину в погонах оказалась заманчивее собственной свободы. Лицо, которому от сотрудницы полиции поступило предложение о передаче денежных средств, обратилось в правоохранительные органы и в дальнейшем действовало в рамках оперативных мероприятий. Подозреваемая в совершении преступления задержана, в отношении нее избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.